Была просто идея. Я хотел создать клуб карате, где можно было бы тренироваться с теми, кто любит это искусство, где можно было бы обмениваться знаниями, повышать свои навыки и передавать свой опыт ученикам. Эта мысль не покидала меня. И думая об этом, я продолжал тренироваться, выступать на соревнованиях, выигрывать и проигрывать, падать и вставать. Потом эта идея стала целью, и рядом появились те люди, с которыми мы стали идти вместе. Затем появились ученики, мы стали командой. Теперь мы уже вместе росли, мы трудились, мы побеждали, и мы терпели поражение, мы жили. Прошло много лет, и теперь у наших учеников есть свои ученики, которые, в свою очередь, уже передают свои навыки дальше. В нашем клубе сейчас воспитывается уже четвертое поколение каратистов. У нас более 2000 человек. И у нас никогда не было главной целью завоевывать золото на турнирах. Главной нашей целью всегда было находить золото в людях. Нам 27 лет. Мы сильные, потому что мы вместе. 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 Сразу два раза, кстати, после этого еще раз будет.